Всем привет! Мы взяли вот такую палатку Outventure. И сейчас я буду ее собирать первый раз. Так. Это вот шли вот эти вот штуки в комплекте. Это, я так понимаю, штырьки. Ну сейчас по порядку, давайте уже. Я из территории покажу. Вот это я знаю, это у нас такие удочки, их надо собрать просто одну в другую. Это пляж Новомихайловский, дикий. Это Гена Палк. Кстати, я смотрю, что многие делают такие палатки, ставят. У нас большая, трехместная. Так что может один человек в гости прийти. Так вот, получилась одна. Офигеть, это длина? Ну да, это вот две перекладины, которые будут держать палатку, придавать их форму. Они не сгибаются? Они, ну, еще не гнутся, да? Не знаю. Так, вторая. Ты что, она такая огромная? Нам точно нужна такая палатка? Так, ну вот это вот, я так понимаю, это палатка. Какая-то тряпочка. Тут единственное, что почему-то она идет без дна. А вот дно же лежит. А, это дно, да, у нас? Ну да, днище. Тогда я понимаю, сначала дно надо положить. Дно положить, да. Это веревочки надо вот не потерять. А их мы потом уберем? Там какой-то мусор вон еще. Какие-то клеенки, ну, это не наши. Оксана не убрала. Ну и потому что там лежала палатка. На палочку как надо вставить. А, вот. А, вот так, каркас самой палатки. Да. А так, это брезент. Будет, да? А? Она у нас здесь будет? Ну, я здесь территорию под нее, ну, чистила. Что, можно будет взять. Вот теперь. Не, окно на. А, окно с двух сторон, все, зашибись, да, вот, я смотри, так и хотела. Теперь надо, как я понимаю, вот ставить. Какой коврик у нас будет в палатке? Классно. 2500 стоит. А палатка 7500. 2500 и 7500. 3500 и 5500. Это что у нас? Десятка. Капец. 10 тысяч. И вы отдыхаете в собственной квартире. Зато за номер платить не надо. Ладно. Не будем отвлекаться. Немножко непонятно, правда, что она не продевается вниз. Моя помощь не нужна? Да, ну, пока нет, наверное. Мне кажется, она все равно должна сгибаться. Как он? Да, она будет сгибаться сейчас. А, там за крючочки одевается, да? Ну, они как бы не крючки, а вообще. Да, он справляется. Угу. Еще она прям в камни врежется, да? Ну, не, она не врежется, ничего. Так ее вот так удуть может? Да. А камушек туда накидать вниз? Такое место тут. Мусора много, шторм был. И мы свою территорию почистили. Там камни. Вот эти камни раскалываются, как стекла. Тапочку кто-то потерял. Это плохой камень. Ножки режет. Так, вернемся к палатке. Ну вот, что-то уже похожее на палатку. У тебя конец тыкается в этот, в коврик. Угу. Чтоб он дырочку там не сделал. Да, вот видишь. Да я вот с этой стороны встану. Сейчас так лучше будет. Видите, сколько мусора. Я его, честно, собирала. Надо, наверное, в пакет сложить. Аккуратненько. Или не надо. Вот сумка-холодильник еще такая классненькая. Не помню, сколько она стоит. Так, быстрая палка. Вот. Может, она сломалась? Нет, вот эта длинная же. Ну.
А, они наискосок, да, будут одеваться? Ага. А, ну вот, да. Прикольно. Ну, сейчас такие вообще палатки классные. У меня дедушки на палатке лежит. Такая тоже вообще классная. Та вечная. Ее надо в лес, когда в лес поедем отдыхать. Эту возьмем, эту возьмем. Проверим. В той палатке лет больше 40, наверное. Попадем в подушки, проверим, какая из них. Ну, по этой писали, что проверено дождем и шлангом поливали ее. Дождем и шлангом. Ага. Прошла так, проверку дождем и шлангом. Там получается. Бананчик, хулиганчик. Так, здесь получается. Море супер. Палатка вот тоже. Мы будем отдыхать ради. Дырочки такие классные. Она, кстати, еще больше делается. Там, ну, вот такая палатка, а сверху эту одеваешь, и там по бокам будет территория такая для отдыха. Все правильно, она вот так стоит, да. Так, ну это мы туда закрываем, да? Ну, пока, да. Коврик туда надо будет закинуть. Только... А, эта штука для дополнительной защиты сверху одевается. А, ну это по кругу вот. Она идет. Да, и там можно сделать расширение палатки. За счет нее, скажем, стороны по 80 сантиметров увеличить ее размер. Как-то. И получается, даже втыкать не надо, да? Ни во что. Ну, ее, да, ее получается. Вот такая фирма. Это, я так понимаю, видимо, запасные, что ли? Кут Вентуре. Блин, что мои уроки английского зря проходят? Кут Вентуре. От Вентуре, во! От Вентуре, вот. Вы как думаете, это от Вентуре или что там Гена сказала какие-то слова? Я считаю, от Вентуре. От Вентуры Теслин 3. Вот, смотри, смотри, вот эти вот прикольно еще сделано, что. Да, я вот эту хуй хотела. Вот, вот эти вот. А. Ага. Я сейчас думаю, для чего они сделаны, а у меня. Классно. Так... Я прям в мусорке стою. Капец. Мне надо все-таки, наверное, какой-нибудь пакет собрать. Вот, по-моему, от Вентуры Теслин 3 палатку берите. Хорошую, наверное. Ну, по виду приличная. Вот эти кармашки, они за счет чего натягиваются? Вот. А, там еще палочки, наверное, да, надо будет вставлять? Нет, вот эта вот кишка, ее тоже можно натягивать, вот эту кишку. Там на 80 сантиметров. Ее натягивается, наверное, за счет полочек, которые вот, скорее всего. Нету? Ну? Вот они. А, ну вот надо сделать. Посмотрим. Да. Но они, я боюсь, что они, скорее всего, это. Сделаем уже, что-то положим. А, вот такие колышки. А, ну вот, по этой колышке надо воткнуть, чтобы она не улетела. Это наше будет. Я говорю, так не может быть без укрепления. Укрепление. Я вообще не вижу такое солнце, ничего не вижу. Что снимаю? Плохо, так. Да, будет камушки? Да нет, ну как-то держится. Ну пусть как-нибудь там держится. Вот. Что тут можно в этой дырке делать? Для чего эта дырка? Это тамбур. А этот кармашек... А, ну вот. Кармашек же открывается, и дырка расширяется. Тут вот это. Ты просто, если, когда хочешь посидеть так... Нет, под, там, допустим, под фигня, это для вещей, я так понимаю. Ну все, теперь будем ездить, так вот отдыхать корями. Вот теперь можно ездить, да, вот так вот приличненько все. А вот веревочки, это что за веревочки? Вот веревочки красненькие. Тоже укрепляют. А, ну вот в них тоже колышки вставляются. Вот, Ген, смотри, вот видишь веревочки, да? Чтоб она не улетела. А, ну я вижу, можно вставить. Мне кажется, вот веревочки надо вставлять. Здесь чуть. Она улетит, только если, наверное, сильный ветер будет.
Ну пока сегодня хорошо. А вот я этот, по эта палочка вылезла из дырочки. Да. А как внутрь заходить, если окошко будет закрыто? Что-то какая-то. Может, мы неправильно одели? Ну мы, наверное, неправильно одели, Ген. Ну по логике-то, как мы в дырочку будем попадать? А, ну так видно, да? Да, скорее всего. Сейчас. Ну, по логике так. Ну как мы будем в дырочку заходить? Ну как получается? Ну да. Это дырочка получается здесь, а кто? Я думаю. Вот, да, и вот так вот вообще здорово, кстати. Я вот так и хотела. Чтобы под этим капюшоном можно сидеть, когда там не хочешь внутри палатки находиться. Гоняет на мотоцикл. Такой берег красивый. Ой, никого нет. Ну, там только есть. У нас никого нет. Там хорошо. Так, вот для чего вот эта вот штучка сделана, тоже интересно. Водичку положу. Так, вот это вот, что это за палочка? Это палочка. Для чего это? Для чего эта палочка? Что-то... Это, наверное, знаешь, вот так делать? Вот так вот. А, это вентиляция. Да, это вот раз, она это, и она как бы не закрывается. Слушай, здорово. Ну что, каждая палочка не просто так здесь. Да. Надо знать, для чего она. Вот и все. Вот и сказочка у нас началась. Палаточная. Слушай, она очень классная такая. Ага. Вообще крутая. Может, эти дырочки в разные стороны пошире поставить? Так можно? Нет. Или они слеплены там чем-то? Тут если... А, тут замок, нет, да? Если как делать? Чтобы как бы расширить дырочку, да, да, и вот да. Так вот. Да, вот так вот, ага. Либо можно еще так сделать. Ну да, можно. Вон она пристегивается, да, тут что-то вот. Наверное, что-то должно пристегивать. Вот липучка, она же не просто так липучка. Она для чего-то куда-то сделана. Для чего липучка? А вот, наверное, вот липучка в липучку, наверное, нет? Вот две липучки, их так чпок. Вот, что-то это тут тоже надо разобраться. А вот может такой. А, ну, может. А, это нет, это у нас. Для чего-то. А, не, липучка это соединять. Вот это для чего. Закрывать дверку липучки. Хорошо, получается у нас почти 14 минут, а по факту мы вообще палатку собрали, если бы особенно знали, как ее собирать, за 10 минут это максимум. Так что вот так вот. Идешь такую по лесу, захотел спать, раз резко, упал. Так, ну вот, собрали палаточку, вот так она у нас выглядит. Сверху эти нам полотенце сушится, и вот так изнутри. Здесь мы положили наши вещи. Вот так вот, кстати, прикольненько все это выглядит.